Друзі, Дмитро Кузьменков, гравець, один із бомбардирів команди. Я вас вітаю в прямому ефірі. Розкажіть, що сьогодні у вас не вдалося? Аргоексперт, в принципі, був фаворитом у цього поєдинку і щось пішло не так. Чому? Чому, можливо, якісь помилки чи настанови тренера не виконали? В первую очередь, добрый вечер. Сегодняшняя игра просто показала, что нет некой сыгранности у нас как и в оборонительном плане, так и в атакующем. Одно из наших главных преимуществ, к сожалению, нивелируется качеством покрытия футбольного поля, поэтому те самые быстрые контратаки с помощью индивидуальных способностей футболистов мы не могли сегодня показать. Не хватает нам все-таки какого-то тактического оснащения в нашей игре. В целом все ребята стараются, все пытаются показать, что они умеют. Вот это главный аспект, который нам помешал сегодня. Загалом, ви вперше на нашому чемпіонаті, новачки. Розкажіть ваші враження від тих п'яти турів, в яких ви вже відіграли. Ну, самое большое такое впечатление заключается в том, что все команды ровные. Нету явных фаворитов, нету явных аутсайдеров. Все команды готовы сражаться как за первое место, так и за второе, за третье. Дело, можно сказать, случая, но, скажем так, футбол мелочей не прощает, поэтому где-то кто-то кого-то переиграет в каком-то микромоменте и будет результат у той команды. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Бажаю перемог вашому колективу.